Ответственность за судьбу России и отдельно взятого региона – нелегкая ноша, которая по плечу только крепким людям, закаленным и морально, и физически. В том, что в Совете Федерации и Госсовете Чувашии работают именно такие, сомнений не возникло. Страсти на поле кипели нешуточные, игроки даже получали настоящие травмы. Чтобы игра не превратилась в баталию, потребовалось женское вмешательство. Вполне вероятно, что именно оно и решило исход матча. Был забит один единственный гол, к сожалению, в наши ворота. Впрочем, это никого не огорчило. Конечно, человек, когда выходит на игру, на поле, всегда ставит себе задачу, я думаю, что победить. И, конечно, у нас была цель победить, но, к сожалению, нам меньше повезло. Но я думаю, что наша команда играла достойно, ну, с достойным соперником, и не грех и проиграть. Команда Совета Федерации, которую можно считать хозяевами поля, тоже осталась довольна и игрой, и самой возможностью поразмяться на свежем воздухе, и соперниками. На вопрос, что лучше удается нашим депутатам, законодательные инициативы или голы, капитан сборной Совета Федерации ответил по-парламентски виртуозно. Я думаю, все должно быть на уровне. И в спорте мы должны показывать пример. И, конечно, в нашей работе, качество нашей работы должно быть на высоком уровне. Подобная встреча не на политической, а на спортивной арене прошла впервые. Но, похоже, она положит начало новой традиции. Коллективные мероприятия, как известно, позволяют познакомиться поближе. А это при совместной работе совершенно необходимо. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.